Привет, мужики! Здорово! Ну, сейчас все майнят! Но не все хотят платить двойной тариф за электроэнергию. Давайте разбираться. Давайте. Здрасте. Здравствуйте. А что это вы тут делаете у меня? Постройку надо осмотреть. А что она сделала? Ну, просто там лучше, там дверной проем есть, там и посмотреть можно. Майните? Не, я женат. Крипту добываете? Крипту? А что такое крипту? Я даже не пью, я вообще нормальный. Что за дурака меня держите? А с чего вы взяли? Я вообще вас не держу. За последние 10 месяцев я посадил 64 серых майнера. Меня в Иркутской области боятся больше, чем огня. Я не советую со мной шутить. А кто шутит? Я вообще не шучу. Мне к ипотеку одобрили, я вообще смеяться перестал. Вот, пошутите. Видите, вообще не смеюсь. Я даже Comedy Club не смотрю. Не вижу смысла. Вот стул, присаживайтесь. Тебе бы не присесть. Да перестаньте, ну я правда очень добрый, добропорядочный гражданин, я ничего не нарушаю, а? Ну я в церковь каждый день хожу, кровь сдаю. На крыту тумбик подписан. Жена вообще говорит со мной скучно. А, блядь, урод! Эмоциональный, правда, очень. Это не вам. Я понял. Мне как бы не жалко, ну, как бы саму деньги... Я не настаиваю! Просто вы так посмотрели. Как я посмотрел? Мне не нужны эти ваши копейки, блин! Я не это им... У меня премия была в прошлом месяце, деньги у меня есть! Ну и почему такое высокое энергопотребление? Я жене тоже говорю, что ты с этим утюжком постоянно эти волосы выпрямляет. Вроде волос-то сильно нету, а она по 3 часа туда-сюда этот счетчик... Вы хватает. Думаете, я шучу? Нет, не думаю. Я вообще последнее время не думаю. Но в тюрьме у вас будет время задуматься. Ну так-то она все равно кудрявая, но... Это? А что? В общем, решил я, давайте-ка я во всем признаюсь. Что это? Ага. Общем, это записывай. Хорошо, давай. 2 года назад друг мой Славка привозил, короче, мне ферму. Я... 2 часа майнил. Ну, конечно, потом забрал все. Ну, грех-то остался, осадок. Ну, я завтра сюда отправлю, ребята, мне все просканируют, понял? А во сколько? А не твое дело! Ты сядешь, я тебе клянусь! Так я не виноват, ни в чем! Я вам говорю, туда не надо, но это просто старый туалет, и не более. Отошел, я сказал! Да туда тесть ходит, представляешь, что там может быть? Я же сказал, уйди! Да не сойди, не надо, правда, не надо, не ходите. Ну не надо! Дурака из меня делаешь, не пройдет! Не надо! Ну я ж говорил! Ты ответишь за все, ответишь! Ты не работаешь? Не работаю. И на что ты живешь? Пособие! Слава богу, пособие есть! Там смешные деньги! Не знаю, мне хватает, а у тебя если претензии какие-то есть к государству, прям Путину и пиши, что ты. Сука, ты хитрожопая. Ты у меня допрыгаешься, а? Ну а ты знаешь, что задача ложных показаний у нас есть статья? Так у нас за правду сажают. Не, ну ты же майнишь. Правда, нет. Сука. Не обижайтесь. Жужжите, жужжите, пчелочки мои. Нам никто не помешает. Видео ставь лайк, пиши в комментариях, майнишь или нет. Ну и не забывай делиться видосом. Ну все, мужики, пока!